Всем привет, с вами я, Вольт, и сегодня мы посмотрим мои самые-самые старые анимации, то есть с прошлого года. И первое у нас это вот это. Ладно, приступим. Да, я знаю, это очень криво и тупо. Но это старая анимация, так что ничего не поделать. Может, вот это чем-нибудь меня порадует. Так, сейчас нужно только песню найти. Так, где эта песня? А, ничего не понятно, ни капельки. Ну так, короче, кто это, я не знаю. Я не помню его имя вообще, то есть... Ладно. А тут что-нибудь... Так и думала. Так, ладно. Слишком много всякой фигни. О, с Редми. Так, тихо. Тихо. Теперь нужно найти песню. Так. Так. И дальше такой рисунок идеальный. А, это прекрасно было раньше для меня. Я помню, я лучше не могла рисовать. А вот это, блин... О, нет.
Опять эта реклама. Ладно. Давай быстрее реклама. Ты мне мешаешься. Так, это у нас робокити. Ну там так. Ну что ж, я вам скажу, вот это вот и меня вообще рассмешило, я просто ору с вот этого. А вот это... Кто ты? Ладно, ладно. Вот, ну тут кровенько все естественно у меня, так всегда. Так, так, так. Сейчас что мне... Вот это я буду показывать в следующем видео, когда закачаю эту песню, так что... У меня сегодня... Нет. Так. Я даже не знаю, у меня мало полных анимаций, потому что я ленивая довольно. Как будто сейчас не такая. Так. А, моя самая первая. Я хочу посмотреть, что это такое. Не связывайся со мной, а то что, реально, а то что. Это был срисован с аниматора Ляпа, но вот эта вот фигня с старых видео и забирать типа магию, вот там все. Ну короче, кто понял, тот понял. А тот еще знает котяра, правда нарисован вот так очень странно. И дальше вот это, лежачие, не пойми что. О боже, что это посередине с этой левой стороны? Да уж, варил бога. Чё это анимация собак? О господи. Я даже не знаю, с чего начать просто. ФНАФ, да ладно. Господи, как же я убого рисовала. Минус глаз. Ну, это другой аниматроник. Это не тот для Old Bonnie. Ой, это прекрасно. Нет, вот это я буду показывать уже в следующем видео. Закачу песню опять же. А вот это я не знаю, не пойми что. Типа... Опять же ФНАФ какой-то. Чё они все? Чё они боятся? Я не пойму. Не понимаю. Чё? Ладно.